Сегодня муромские народные избранники провели заседание совета. На нем депутаты рассмотрели несколько вопросов и приняли ряд важных решений. Муромские законодатели разрешили сразу четырем образовательным учреждениям передать в безвозмездное пользование детская больница по одному кабинету под медпункты. В них будет оказываться медицинская помощь несовершеннолетним воспитанникам в период обучения. Решение коснется детских садов номер 6, 7 и 20, а также Якиманско-Слободской школы. Медицинские кабинеты будут закреплены за детской больницей сроком на 10 лет. Кроме того, на заседании Совета народных депутатов были внесены изменения в расходную часть бюджета. В связи с увеличением минимального размера оплаты труда возрастет и финансовая нагрузка на бюджет. Напомним, по решению президента России уже с 1 мая МРОТ будет повышен до размера прожиточного минимума и составит 11 136 рублей. До конца текущего года на выполнение этого решения, а также на индексацию заработной платы потребуется около 30 миллионов рублей, а затронуто изменение более 1000 муромских бюджетников.